Т4 поднимал сколько? 260 уже? 15. А тут что, 6 левелов и смысл? Ну, теоретически можешь какой-нибудь 290. Не да важно, какой этом левел, важно, какие статы. А что статы? Статы такие же, просто чуть их больше и все. Ну. Нет, насколько будут повышаться статы, важно, а не насколько, блядь, этим левел повышается. Ну, статы согласно этим левелу, там же у них же есть общий средний. Да, этим левелем, но чтобы у меня статы были лучше, чем у вот. Что за читерский кузнец? Почему он по фристрапе и в лягушке кастит луч? Сильный. Серьезно, он, типа, ну что это такое? Он так смешно смеется. Чем меня опять бьют-то? Я сзади всех уже стою, бля. Серега. Там, походу, кто-то напуливает. Это все коника. Блин, где не станем, один хер я отгребаю, бля. Я прошу раз знаю, кто меня в ЦЛК убил на трек перед Синдрой. Ход. Что ты на меня так смотришь? Рыба стоит. Лена. БД или там? Давайте 8 минут сопротивляем. Там Вага просил место. Так Вага в рейде. Самоньте быстрее. Самонили? Там Тимыч спрашивает насчет плечей. А, окей. Тут Френди, по-моему, забирает. Плечи, по-моему, Френди куда нужно. Или не нужны, да. Да в ДВшнего ДВ никому плечи не нужны. Но он не нажмите, может. Нажмите, блять, на портал. В ДД или в танке? Подожди. Давайте скорее. Давай сюда танка, а? Вага, движение — это жизнь. Семь минут с опротом. Лёх, ДД или танк? Блядь, здесь нужен, сука, беда. Афонь, снимись, пожалуйста, с меня квадратик. Лёша. НЗС-ки висит. Лёша, всё, завис. Беларусь, минус 10 тысяч пинг. Ну, таком лот. Он в сторонке стоит. Сторонки. Прям по центру встал. А нет, вот здесь. Во сколько у вас там вылетает? Через 3 минуты у вас вылетит вроде как, да? Если я не ошибаюсь. Все. Бой. Бой, да нет. Дайте каску разбудим. Тут. Есть, лег. Все готовы. Каску, пожалуйста. Ну ладно. Ну сейчас бафнем. Хотел же сказать минус мазер.
Сейчас все луки умрут. Слышь, Уайт, сделай на меня вмешательство. Ну что ж, а еще этот пистрон выпадет? Или тут еще, по-моему? Не, кому он нужен? Или тут другая еще тренька вроде есть? Пока уфу. Нихуя. И плечи тоже, нихуя. Блин, гони, пожалуйста, хпс, я тринку тестила. Но... Свой эндер. Окей, тут твоя тринка, блядь, блядь, она была первой. Топ-3. Да, это тринка, она была первой, потом стала второй, и теперь чуть-чуть третья позиция у тебя занимает в отхиле. Валиант? Ну да, неплохо. 446к. У меня такое ощущение, то, что вот Полина там накидывает на всех абсорб, а я, блядь, этот абсорб возмещаю своими хопами. Там не, Ген. Так и есть. Она работает, если вторая тринька есть, то там нету вот этого. Нет, там просто... Ну, да? Да, Полина же... Там, по-моему, просто меньше нужно. Она оверхил уходит, как в абсорб. Ну нет, тут, типа, тут бревна мы не нахилят. Это три. Она работает, я тестил с этим, с лялькой. Она как вот этот вот 12 тысяч. Вот тебя вот перехилили на 12 тысяч, этот 12 тысяч как бы тебе в абсорб ушли. Тебе урон нанесут, и сначала будут сниматься сам 12. Адмирал, почему у меня стоит твоя скада, но при этом мне показывают другие данные? Чем... Скада, я не знаю, почему она с ума сошла. Она мне показывает Элбрила, мол... Он мои щиты ворует. Не, у меня наоборот на полляма больше. Не знаю, у меня наоборот вот скада показывает. О, смотри. Вот у меня как у Артемии. А у меня нет.
А у меня Серега все мое ворует. Ну, у меня так же. У меня показывает вообще, что адмирал последний. При этом Эбрил, по-моему, втором строю. Ну, у тебя не отображается. У него вот этот абсорб, он 15 уровня. Его нет в обычном рекаунте. Бэтка лотом снес. Артемия 5, тортик 2, 51. Кова спекнись в танка на трэш. Блять, опять возвращаться к этой теме. Что-то, видимо, опять поправили, пофиксили, блять, с этими заклинаниями. Надо смотреть. Подожди, а у Эбрио там такого нету? Как у адмирала? Хильте, 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 алло, хпсеры, блядь. Там упали. Я сдохну. Ты одна хилила, что ли? У меня есть смысл вставать? Встаньте, уже нет. Вставай, вставай. Ну, вставай, наверное. Я всегда за себя говорю. Ага, спасибо. Зайди второй танк. Хорошо. Сейчас бы пофлудить на трэше, да? Стоят в натуре хпсеры. Но мы должны знать. Где мы должны вас проходить? Ну хорошо, давайте я сейчас пойду куда-нибудь, вы тут обсудите, через час вернусь и уйду из роты. Договорились. Без вопроса. А вот, кстати, сразу АФКшеров видно, да? Йора, что, Вага. Не кончился еще? У меня вопрос. Зачем ты пулишь, если я еще даже от босса не добежал, когда лут разрывал? Весь остальной рейд уже здесь. Мне ждать? Увидишь, что получилось. Ну, опыт, видать. Да? Можно было тогда будет побыстрее. А, он начал добивать. Заходите добивает. Там, в инст. 20 человек. Подожди, лежит. Подожди, тут еще это добивает. Бегает. Тут можно зайти и бить мобов, которые бегут сюда, к входу. Зачем? Идите, можно рест мобов. Тут как бы рест мобов. Ну тут у моба 10% хп. 100 тысяч. Артемий сначала питомца резцы. Вставайте, заходите, что вы лежите. Артемия, у тебя моя скада, нет? Да. А, ну, блядь. Вот, он вообще у всех по-разному считает. Что с ней случилось? Может, кэш почистить? У меня только твоя. Я себе полностью переустанавливала силу. И сразу твою поставила. Я просто у Элбрила по одному показывает, у меня по второму. У тортика по третьему, у тебя по четвертому. У всех одна и та же. Я убрел. Опять колодец поставил, видимо. Ничего я не ставил, я просто стоял. Адмирал. Ау. Ты, блядь, продиспелишь вообще? Блять, стоять в станах. Да они там с другим трэшем, походу, пиздец. Солнышки бегут. Хорошенькие такие. Одна из них с книгой умная. Спект. Как тут пиздец. Чё-то, если честно, верить нет, мне не хочется идти в ОКР. Да будет заебись, ты чё. Слёзы, пот и страдания. Просили. И соточка трайв на Ларе.
шагнула. Может, мы пойдем, я пусть. Лёха, у меня пинг до 700 поднялся. Монорота вместо меня можно? Да, пускай заходит. Ну, ты же знаешь, у тебя то же самое сейчас. Где-то должно случиться или уже случилось, не знаю. У меня обычно полдесятого. Ну, у меня тоже. У меня вот начало виснуть с 9, и вот что, поднялся хуже-хуже. Вот сейчас по 5-6 секунд задержки, а потом быстрая промотка всего, что произошло за время моего лага. Я ТП-шусь уже. Алёш, дай ему тебя на боешке собрать. Нормально. Ленинные установки мне нравятся. А у нас так-то РТ 6 до 10, да, по-моему? Ага. Договоренности бывают. 43 минуты на двух боссов заговорить. Привыкать. Договоренности бывают дольше, но будет освоение, скорее всего. Не, ну на освоение-то понятно, потому что там можно не задержаться. Предлагаю в две смены херачить. Сначала мы потом нанять помещение в подвале, нанять азиатов, да, чтобы они сидели и фармили нам. Гекко, у нас ДВшники есть. Будут спать, они дальше травят. Как раз они ночью по нашему времени. Ген, мне почему-то кажется, что в новом контенте будет падать поезд с хост, и он будет падать часто. Не молодежи воевал. Но, не знаешь, если будет падать поезд, да, не будут падать запы, например, да? Плащ. Да. Или что-нибудь еще. Лёх, дай шапку. Типа с долгоногом ты знаешь, сколько их. Ну, долгоног — это отдельная история. По-моему, на самом деле его нет только у тебя. В смысле, ну... У меня на магии совет есть. Ген, Гена, зацени, какой вкусный пояс. Не, хуйня, скритон. В смысле скритон? Скритон. А хочет с хостой. Там ничего, что там хоста 103? Крит. Нет. 98 крита и 149 испытаний. У нас так было с ЗСО, когда я линковал другому. Говорю, о, смотри, какие тапки классные. Он говорит, ты чё, не сдух? Я говорю, нафига вообще? В смысле? У меня пока за 103 хосты и 160. Воронка. У меня показывает, как бы, да, 284 левел, могу хакрит. Топ. У меня маны нету. Это лето. О, можно сюда? Не нажал я. Адмирал опять сокает, да? В смысле? Да нет, тут вот просто у Полины маны нету. Я ее резал, да. Лена лут собирает.
Крестик рядом идет. Ой, блядь, нахуй согрели. Бурстить. А, сова, помогите. А куда планета побежал-то? Опять он. Сколько Элдрилл ты тратишь на починку? У меня бесплатная починка. Прикольно, мне сейчас очки чести капнули. Да, куда-то... Блин, ну за было... кого же это интересно? Нужно было этой херню завязать, чтобы... Блять, там еще отойдите, там еще череп идет. Адмирал! Залейте сразу адмирала и Элдрилла. Сейчас на рублец пулит, на рублец осторожно. Будто нас не слышит. Кто? На рубле. На рубле просто Лерой. Да господи боже. Помянем. Отстанет. Серьезно, на рубле, остановись. Дай нам пробафаться. Мы без бафа. Без бафа, без маны. Конечно, ну. Он нас вообще слышит. Блять, один пьет, один ресает, вы пулите дальше. Все без маны. Кто в лес, кто под дрова. Красиво, да, было? Красиво. Цепуха минус 3, тайфун минус 2. Это я там всех, по-моему, положил. БГ также развалил. Вихрь минус полрейда. Просто сова бежала, никто не захотел законтролить. А там был звездопад от Т5. Так ты прожимаешь звездопад и сразу его это отменяешь. Да, и глупость, конечно, говорю, на сове Старфлот снимать, но, блядь. Планеты сейчас ШВД закинул на 15к. А типа цепуха на ваншот трех человек тебя не смущает? Меня цепуха не задела. Меня же задел. Меня задел кислород по 5к и ШВД на 15. Так ШВД это же. Это кто-то законтрольный тебя. Ну да, этот, как его, инопланетянин. Талим, это периодически бывает у некоторых игроков с разных регионов. Мне такая же фигня периодически. Нет, это из-за Дискорда. Например, у меня Сонорм. Типа и Дискорд, и в игре Пин. Ну, у меня сейчас тоже все норм. Девка, сыт и голодного не поймет. Не поднимайте. Да ладно, адмирал. Да забирай, забирай, не, я просто... Там тут топ-3. Она же написала. Кого-то нету. Кат пошел ребенку уже. Ну, спасибо, Лен. Не твоя? Mm-hmm. А что мне в кармане делать?
Господи, какой же долгий трэш ты. Лена, сейчас все об этом думают. О том, что это тот самый трэш, на который ты встречаешь и думаешь, да ну нахуй, может быть, нет. Что, Лёш, будет у нас какие-нибудь ФК, ФК по роводу? Да. Как обычно. Ну, я так чисто спрашиваю. Лёха не слышно. Гена, тебе не кажется то, что эрдрушек обделили в Т5? Олег, где собла... упал. Да все почему повесь. Лена, опять это гойер. Мозер, ты имеешь в виду по бонусу? Мозер. Да-да-да. Я не тестил, я не могу сказать. Так, по идее, два куска это топ-2 тире топ, ну, топ-3, по-моему, в рекаунте, да? А если топ-3 в рекаунте, как бы, это норм. Ну, два куска. Ты успеешь кардружку будешь собирать? Ты не думал даже. А, да, не, мне и так нормально хилить. Ну, ну, не знаю, как насчет, например, ОКДР, но пока что все инсты, я могу килить. Как бы мне ничего не мешает. Вместо Войда, если что, Хисаями заходит. Кто у нас танчит? Обычно ты, Нурлет. А дайте портал, пожалуйста, есть маги. А магов нет. А тебе Войд шмот нужен? Если что, я могу выступить. Да нет, вроде. Сюда ничего полезного на Лароне. Ну, угу. Запястье есть на хосту. Да мне рано об этом думать еще. Поставьте шкаф, пожалуйста, Локи. Ребят, есть 30 секунд? Быстренько туда-сюда, водичка налью. Я вот Келя бы побил. Я там готовил специально комплект шмота под сокрушитель, под топор, под этот. Пьерс. Фуань. Слышно? Да. Даже mm-hmm. Народ еще не сум. А вот. Аркинон Порос. Ну а там сказал, что 30 секунд. Стрим есть, адмирал. Фоня здесь? Сказал, тут лобы и пошел. Тут, извините, все. Можно пули?
Геро. Что тут делать? Аккуратно, только с меткой не тупите. А чё, чего не делаем? Нет. Не надо. Умность. Ну, тут и стоит. Жить обеть. Гречу, выйди. И на понятно. Пойдемте, крестик. Череп, выйди, конник. Миро. Тяните сюда, пожалуйста. Жреца заберите. Тяните крестик сюда. Гори, конец.
Хоть одно жрица сюда. Долго у тебя будет? О, все жрица. КД. Череп. Каст, каст, каст. Помнишь, как по 23 стака, по 27 стаков этого босса били? В начале, когда пришли, 27 было. Шок. Это каждая перифаза. Типа стак — это каждая перифаза. Ну, там по 3. Наверное, 2 стака или 3, да. Нет, 3 стака. У нас 3 перифаза было. Ну что, может отсюда тринкет? Какой-нибудь? Нет. Почему? Полина, да? На кого ее посадить? Обычно ведьм сжигали, а не на кол сажали. Ну мы можем и на кого посадить и сжечь. Все, давайте по-быстрому, у нас келья остался. Келья добиваем и расходимся. Что там, пустите войда на келья? Сейчас посмотрим, подожди. Что пока трэш. Могу устабить, если что. Я могу. Главное, когда ему повесить. Милики приоритетом, так что я выступлю. Ну, я тоже милик. Вы не идите туда, ну не идите вы туда. Лёха, в прошлый раз так красиво тут все сделал. Не идите, там же еще под... Можно повторить? Ты про то, что типа один танк нормальных брал, а второй крутящих? Нет, про то, что он по одному с пулили. Чё тебе не устраивается? Там по одному мобу, как ты хотел. Ага, только тебе на успех надо было. Ну я бы на твоем месте лучше с мастерством брал. Назад, назад, назад. Там же патруль сейчас придет. Отчаянные. Психи. Спускаемся. А Кирсгорн слакает. Казни. Он расстроился из-за трения, да, Кирс? У него есть? Нет, из-за хиловской трения. Помимо Кирса, там еще пару человек было. Ну, Леш, дай утро болезни в том числе и я. Она же не стакается с этим корнем. Я снял на вас. Я корень сняла, да. У нас будет работать только одна триня. По необходимости. Да, ее менять нужно. Я так протестила. Там, где большой урон, и мы все вместе стоим, ее есть смысл юзать. Если нет, то лучше... Ну вот, блядь, робот тебе... Робот. Отлично. Наглядно показал. Там, блядь, она...
топ-1 была до какого-то времени. На роботе там разовый урона нет. Ну, все равно она даже на трэше все, большой урон, и все вместе стоим, она есть. 25, если в танк, на боссе в танке будешь. Что ты каждый трэш спекаешь? Ты хила, что ли, спекнешься? Нет, я выйду. У меня пинг сейчас поднялся. Как раз на шее место выйду. Так я про это. Буду менять корень и это, знаешь, даже чешку брать не буду. Что-то у меня тоже пинг скачет. Увы, ты не с Беларуси, только Беларусь в это время скачет. Лена Воронка! Да ты что? Я сейчас смогу скриншот пинга скинуть. Ща подниму. Диспельный тебя. Бегу. Вообще вот, типа, да, чешку, да, надевать. Этот корень на трэш это самое то. Ты прожал и стоишь слакаешь, когда не хилит. Тогда ничего не похоже, а? Только чтоб я стоял, а мобы были на мне. Не надо было ничего жить. Кому скелет босс не нужен? Типа я жму чашку и немножко афакаш стою просто. Я про Милика говорю, по-моему, с Миликом. Хотя не, мне башка нужна. Всем еще вроде надо. Играть. Нужен кед. Ну я не знаю, кто там попёр на тело. Да варит не ходил в ЗС и ОКО. Ну он вроде не может ходить. Он сегодня не может. Не мог, точнее. Я не буду забирать людей с ДВ-рейда, если есть в вечернем рейде свои люди. А Пуханка крывался в РСХМ. Потому что у нас не было варов на тот момент. Ну сегодня у нас и так два вара. В РСХМ в тот момент это не ходили ДВ-шники. На данный момент ходит, рассказывает, что он третью фазу переводит без четырех людей. Мы два раза собирались, только два раза не было тебя, а сегодня вообще не собрались. Завтра тоже непонятно, что будет. В следующей неделе я буду занят только одним. Это ОКР. Ну, короче, Сулу, хотели бы танчить, танчите. О, да, теперь я вот туда... Вы, кстати, армор в форме совы высокий. Ну, в демоне тоже неплохой армор. Надеюсь, демон же вечен. Вон Санте неплохо танчит. Лена Воронка. Пока не будет туда подходить, там какие-то дураки крутятся. Еще одна, что ли, Воронка? Лена Воронка. Подожди. Иди. Нет. Иди. Весь рейд надеется на тебя. Теперь хоть можно будет спать спокойно. Знаю, что меня пустит. Ну, количество голды страшно уменьшено. Нету тут никаких воронок, чего так пёзды? Адмирал, ты чё наябываешь? Вон она. Вон, Лена, воронка. Еще лучше. Давайте поможем Лете найти воронку. Ну, Фаня, позови Библа пока что. Сейчас позову.
Все, я перекидываю через плечо. Слабенькие, что ли? Забегу, мы можем Киля убить. Киль сложный, мы уже вайпнулись 5 раз. В смысле, 5? А, это только на первом боссе. Адмирал, как ты себя чувствуешь вот после того, что ты вдонил экстра поста? Все равно потребуется, правильно. Не сейчас, так через... Немножко наберет. Через месяца два выйдет какая-нибудь ЗС-ка, на нее сделают 100% вторую кату, потому что админ написал то, что следующий инс вы по-любому увидите вторую кату, готовьте. По-моему, это просто людей развели, как лохов, блядь, на это. Потом, получается, чем потом мне опять лапу так сосать, я уже буду хотя бы готов. Это тот же самый месяц, который мне и нужен. Там речь про потом Вульдуар первая, да? Знаешь, откроют это, скажут, доступ с первой каты, адмирал задонит поставки, потом снова до второй каты снизит. Я говорю, я буду сразу сейчас себе делать первую карту. Там говорится, скорее всего, Киджал, Санвел и БТ. Что вы там спонить будете, нет? Там вторая надо. Сейчас, секунду, у меня немножко... Тут, по-моему, все в комнате. А кто нас сливал? Выйти, да, вроде, нет? А давайте все вместе соберемся и в этой теме напишем, пускай обратно делаю вторую карту. Согласен. Типа, что какие-то лохи будут фармить? Да, Хагер. Будут лохи фармить. Че, пианист уходишь, нет? Яна, раскидай там, я-то рад. Я сплю. Че раскидать? Не знаю. Это, закинь... Бабло вместо тебя. Бабло вместо меня, вместо Редвара Войда. А куда вы так торопитесь? Редвара Войда? Лёх, а куда вы так торопитесь, я не понимаю. Да он на БГ к тебе торопится, чё ты... Да, нет. Давайте, смойте. Зачем два инстанта? Для кого, чё, я не понял. Кова, ты в танке, если что. А говорят, на форуме пишут, что возможно будет идолы и манускрипты новые. Ну это ожидаемо. Это давно уже пора сделать. Алёш, ты выходишь из инста? Блять, я завис, я вообще... Сантей, Асгардом, по-моему, или Джоком падало два раза. Кикните этого вагона. Джоком падало 3 раза. Тем более. Про маунта. Вага, вот то же самое, тоже 45-м бегаю. Голосовать... Это без меня. Голосовать за исключением. Я говорю, терпи, бибик, терпи. Лофнулся, нет? Нет. Зайди в игру. Сейчас захожу. Так, можно био на минутку отключить? А можно это ЕП мне дать за фул на сегодняшний день? Я спать пойду. Так ты просто выходи из рейда, не ливай. Из рейда не ливай. На чистом. А можно мне бабу сочную? Начистите бабу сочную, биг бабу. У тебя там друзья какая-то была. Лада сплыла. Чё, ты же с ним не шоркаешься? Нет, конечно, с тобой это... Вот жук, что ты мне там говорил? Всё, смойте бабло. Вышел я, нет? Да. Обещать это не значит жениться, вы чё? Не знаете, не, что? Не-не-не, он мне про Лену говорил. Я не на себя намекаю, почему. Что это он такого там тебе говорил про Лену? Валька, ты-то куда лезешь? Что тебя любит? Сядь на место. В
Эти дела опасные. Адмирал. Каску обновить. Кватор, раскидай каску. Уже кидаю. Адмирал. После келя фу ЕП за окна. Адмирал тут? Тут, да, все, поехали. Блять. Мне надо было качать. ЗС был ЕП. ЗС, все, АП начислено, да. А можно до раздачи ута? А кто у нас второй танковат? О. Отлично. Она будет там в курсе? А фоня, он там на рублет просит до лута раскидать. Типа. Че он хочет? Типа до разрола лута, чтобы докили ЕП начислить. Чтобы приор был правильный. Что вы просто свалить отсюда, пока вы тут лутаетесь? А. Разрол. Так не прокатит. Кто шмотки рулит? Я. Когда не открою босса, хорошо, сразу я начислю. Не, Вага, я начислю 900, то есть за прошлых боссов. Потом разыграете, и я пятихат потом еще. Не забудь там снять с кого-то, что посредине инста присоединил. Раньше не берите, РДД. Кричите, в кого кидает этот хуйня. А может сейчас начислим? Пей давай уже. Да убьем, начислишь. Все пока не делаешь, да, можешь начислить. В смысле, он кислород первое место, я понял. Ничего не начислил. Нет, нечего тут. Сейчас был бомба. Монорад подними сразу. Ребят, кастерский сначала. Дайте ребаф по гречке. Воронка? Да, череп. Какая воронка, наркоман? А, не, меня просто вылезли. Адмирал, я знаю, что тебе это уже говорили, но, пожалуйста, хватит употреблять, что ты там употребляешь. А мне хватит? А ты продолжай. От топора отойдите. Надо говорить топоры от топора. Все, курите бамбук. Правильно, хватит употреблять. Просто сейчас летишь.
поставьте кто-то Дживса, пожалуйста. Центр. На площадке вверх. Сейчас мужчины проснутся. Готовьтесь. 4 Дживса поставили, новые психи. Я могу 5 поставить. В одной секунду. Кстати, на них могут игрушки кидать. В инсонном управлении. На всех питомцев, на Дживса. Изверги. Попробуй попросить. Кого то аккуратно. РД, а потом кого маленький рейндж, бейте инженера. Дезориентация на нурхэдж. Ну, то останется. Ну, вот. Ракушки. Поднимешь их? Да, поднимаю. Ты тянука ерхаться. Прибахните, друзья. Ловушка в центре босса. Пушки сняли. Кого разбираем? Контроль. Контроль раздайте. По умности дайте циклон. Отведи босса. Ну не мелики, блядь! Глыба. Кабахать. По шаманам ревал. Глыба стал. Феникс, сыграйте. Цову дайте инер полностью. Монород по порту. Феничка. Лужа. Лужа. Пушки сняли. Стоповый. Кота вихрёте. Отойдите от него. Кивай. Милики, блядь! Поуже в центр. Поверю.
Ревав по шаманам. Феникса бейте, Феникса, алло. Было, было. Да, было, было. Бейте, сижу за ним. Я сплю уже просто. И что? Паушка. Ложа. Пушки. Аккуратно. Контроль. Сову контроль, скоро звезда падает. А глыбу сбейте. Глыба. Переводите уже босса. Сбейте. Бейте босса, да, переводите. Ну, отлично, мог себе скиллы сбивать. Пушка под боссом, отойдите. Феникс, играйте. Магрейча. Машу в текстуру вообще, ее не резко. Понятно. Рэнч наберите. Не убейте, а по центру. Как хилок убейте. Все, рассасываемся по кругу. Центр хилом. Можете даже в центр вывести хили. Не надо туда. Рэндж. Пять секунд. Ну все, на Феникса забейте, играйте, босс. Пушку только не проебите. Она где-то появится. Под ножку смотри. Там ловушка. Ой, блин. Умирал. Можешь встать? Риба по шуману дайте. Да. Убрала. Я тело пришел. Серега, красава. Ловушка. Стабильность – признак мастерства. Не знаю почему, во-первых, я приземлялся, меня подкинуло, а потом еще и под крыльями я умер почему-то. Да падал, крылья. Адмирал, это... Слава Аллаху, блять, я должен, должен был выжить. Адмирал, ты пожалуйста. Ну что, на дис?
Кого на дис? Я тебе дам на дис, твой пояс на дис лично за ЕП заберу и распылю. Тьфу, за ГП заберу и распылю, блядь. Сколько Лёша тебе? Лёша тут, не? Пианист. Помнит кто, сколько у него воронок было? У меня две. У тебя две? Да. Ну, собственно, завязки вот две только выположу. Ну не, ну просто сейчас сколько падало, я не знаю, кто забрал. 279-й. У Лены, по-моему. Оставьте шкаф, пожалуйста, Юру присуманим. А ей что-то надо? Димыч, я не могу ИП начислить, потому что сейчас идет разрыв. Во время разрыва никому нельзя ИП. Ну, Лена, какая ты Петя? Петя, у меня почему-то не хочет разрывать вот эту дичь, поэтому я ее лапками. Майнспек рольте. Майнспек надо кому-то? Лапками. Рыцарь смерти. Воет аж сотку бросил. Сильно хочет. Он, кстати, тоже насчет свитка мне тоже интересно. Да. Насчет свитка, аддон сам, он, короче, сам аддон высветил ваши эти роллы, которые вы не кинули, я отдала высшему. А свиток вообще был на разроле? Вот мне тоже интересно, у меня не было. Он же автоматически, то есть даже если там, там показывают роллы потенциальные ваши. А, авторолл какой-то типа? Ну, типа, да. А, хуя себе. Прикольно. Поехали, воронки 4 штуки. Ну, на мейн только тебе, наверное. Гена, Ген, на ты мейн? На успех? Большая часть. Мейн. Тебе трусы открыть, сколько тебе осталось? Как приор позволит забрать, только заберу. 10. Что это значит? Ты куда ливнул? Я не вижу сейчас теперь твой прилог. Ну кто-то троллил. Френдик, Войт, Кават, Сантей, ты, я. Вы что ищете? Ну Гена одну забираешь. Да? Вот да, Френдик одну я, одну, наверное. Потом и одну Сантей. Заберет точно Сантей, ну, вот еще тут одну. А потом посмотри по приору. Френдик, френдик. Вот вы втроем забираете по одной. Если их три было. Так, одна, чё, короче, твоя. Еще воронка, чтоб я сразу видел. Ну тоже так же. Там получается. Получается тебе. Ты меня начистила, да? Да. Я опять, по-моему, по приору. Да. Мне, то есть потом точно я упаду. Сантею еще одна. И потом, наверное, до Френтика дойдет. Так, одна Сантея. Так, Сантей тебе тоже на мейн, да? Ты же вроде какой-то кусок себе. Он менять там перчатки, что ли, будет. И последняя тогда, чтоб я тоже видел, что Сантей съедет. Еще одна. Ну да, и там потом Френтик становится выше. Да, еще Френтик. Ты только свои разродила? Мои не этот, не разродила? А у тебя были? Ну, две воронки у меня. Ну вот, две у тебя, сколько у Лены получается? Тоже две, да? А, у меня 4 было в общей сложности. А, у тебя их 4? Да, да. 4 у Лены и 2 у меня. Еще значит, две у еще две разрады. Сейчас, погодите, тогда эту Френзику. Так, у Френзика есть кусок неоткрытый? А Френзик? Ну, подай голос. Чат. Френдик, скажи что-нибудь. Плечи, голова, голова. А, перчи, голова. Так, и Алешины воронки. Еще две. Там Сантей. Я вижу, Сантей тебе надо? Френдик написал то, что ему на будущее эти воронки. На будущее нет. Отдаются. На будущее... То есть у тебя нету в наличии ни перчей, ни головы? Ну нет, типа когда упадет, не катит.
когда возьмешь, тогда да. Так, значит, две санты. У кого уже сан... есть, готовы апать. Так, санты, тебе, значит, еще одну получается. Ну, получается, Ени 3 и Сантею 3 тогда получается. Сантею одну, а после Сантею там, возможно, Кават. Ну и Кават. Ну, значит, кому-то 2-3, потом Кават. Значит, получается, те, которые у Алёши, короче, Алёша, запиши себе одну Сантею, одну Ени. Сразу все воронки ложи ПБ и записываем, кому сколько отдали. Да, отдали. Ты свои запиши, это, запомни там, то, что те, которые у тебя, сколько одна Сантея, одну... Сколько получил воронок. Я могу записать, в принципе, у меня есть же разрешение. Так, значит, гены сонты. Бля, я сплю, пиздец уже. Я не могу, блядь, я вырубаюсь, нахуй. Меня вот по паркам гонял, уже. Пиздец. Смотри, сейчас две кислобеньки. Сантею. Всё. Одну мне, и потом, нет, санты все равно выше, чем ковар. Смотри, есть... получается, что... Три сантею, три мне. Да, три санты, там тебе. Ну, там до, чуть-чуть до кого-то не дошло.